Итак, друзья, у нас сегодня с вами речь должна идти непосредственно о личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Вот, вы знаете, что у нас сегодня последний день действия дисконта шестого этапа. Не знаю, причины, скажем так, такого количества людей на вебинаре, может быть, это еще и в этом, то, что люди дорабатывают последние, по сути дела, часы, да? Вот, и мы сегодня с вами зайдем в личный кабинет партнера компании Skyway Capital и рассмотрим некоторые разделы. Вот, хотел уточнить еще раз, задать вопрос. Есть ли среди вас те, кто совсем не владеет информацией, что у нас где находится в личном кабинете? Ну, вообще не знает. Если такие есть, поставьте цифру 1. Вот. Если вы хоть какой-то информацией владеете, так, Тамара пишет, что не знает. Вот как-то у меня сомнение вызывает, потому что Тамара... Хотя Тамар, извините, просто, ну, Тамары бывают разные, да, в том плане, что один человек написал точно так же, записался на вебинар, второй только имя, да? Поэтому мы с вами пробежимся, наверное, тогда по основным разделам личного кабинета, ну и кое-что проделаем на практике, потому что были вещи, которые я рассказывал, сейчас мы с вами практически там приобретем пакет с акционного счета. Вот. Кстати, всем вам хочу сказать следующее, не знаю, надеюсь, что вы все этой информацией владеете. Сегодня последний день действия того дисконта, который у нас был на шестом этапе. Соответственно, если у вас, если вы строите партнерскую структуру и у вас на личном, точнее в личном кабинете на акционном счете есть какие-то деньги, рекомендую их сегодня реализовать, да, потому что завтра за те же самые деньги с акционного счета вы сможете купить пакет, в котором будет гораздо меньше акций, чем это сейчас, да. Итак, начнем, наверное, с самого начала. Зайдем в личный кабинет. Я сейчас с вами постараюсь поделиться экраном. Запускаю программу трансляции моего рабочего стола. Вот, сейчас она должна запуститься. И я вас попрошу тоже дать мне обратную связь. Если вы увидите мой рабочий стол после нажатия кнопки «Пуск», просто плюсики в чате поставьте, хорошо? Так, я трансляцию начал. Вот, и просьба такая. Видно ли вам мой рабочий стол, то есть то, что отражается на экране моего монитора? Есть, да? Хорошо. Так, коллеги, давайте пойдем по порядку. Любой человек, который либо только что зарегистрировавшийся, да, то есть проведший все, тот, кто провел, точнее, сделал все те необходимые действия, которые нужно сделать во время регистрации, это ввести электронный адрес, потом ввести свою фамилию, имя, придумать пароль, указать телефон, подтвердить на электронном адресе на своем почтовом то, что это вы сделали, да, вы попадаете в личный кабинет. У новичка, у человека, который еще не предпринимал никаких действий, только зарегистрировался, все, что есть в личном кабинете, везде нули. Это касается состояния счетов, да, то есть у нас есть основной, бонусный, акционный, премиальный счета. Но у того, кто зарегистрировался сейчас, да, впервые, у него на премиальном счете будет находиться 100 премиальных акций. Что мы видим на главной странице? На главной странице мы видим информацию. У нас меняющиеся баннеры вверху, как правило. Если есть какая-то действующая акция, соответственно, в этом, на этом баннере вверху это будет прописано. И вот то, что я сказал, что с 13 августа 2015 года любому человеку, который зарегистрировался у нас на сайте, компания в подарок начисляет 100 подарочных акций на премиальный счет. Ну и плюс ко всему действуют какие-то, если акционные пакеты, вот сейчас можете видеть, да, информация об этом находится в главном баннере, который у нас перелистывается, листается. Есть информация, сейчас вы видите перед вашими глазами, была по мероприятию, которое будет проходить в Кипре, на Кипре, на острове, да, то есть люди, которые у нас сделали большой товарооборот от 15 тысяч долларов и более в первом поколении, у них есть возможность, уже, скажем так, определились победители этого конкурса, это так у нас называлось, да, либо промоушена. Завтра будет выложена информация о тех, кто поедет на Кипр за счет компании Skyway Capital. Также у нас на главной странице есть информация, касаемая ваших счетов, я сказал, да, вот вращающийся баннер. Здесь есть кнопки «Пополнить», вы можете зайти в раздел «Транзакции», либо «Вывести денежные средства», если у вас они есть на бонусном счете. Справа информация у вас, как о человеке, который зарегистрирован у нас в личном кабинете, и квалификация ваша, да. И сколько нужно проделать работы, чтобы достигнуть следующей ступеньки по маркетинг-плану, который есть в компании Skyway Capital. Далее, какое количество инвесторов зарегистрировано у вас в первом поколении, какой товарооборот они сделали. Вот. И дальше количество акций, приобретенных вами в нашем проекте. Дальше внизу идет круговая диаграмма, которая дублирует информацию о привлеченных денежных средствах, о количестве партнеров в первом поколении, личные инвестиции, да, на какую сумму вы сделали в наш проект, количество, скажем так, личных инвестиций партнерами первого уровня. Вот. И
Какое количество участников привлечено с инвестиций? Почему 100 долларов? Потому что, чтобы подняться на следующую ступеньку карьеры, нужно иметь в первом поколении не меньше двух человек, которые купили пакеты акций нашей компании на сумму от 100 долларов и выше. И дальше внизу идет информация о последнему движению денежных средств в вашей партнерской структуре. Да, то есть здесь написано от кого, куда, какие деньги зашли. Здесь информация обнуляется, потому что такие, скажем так, то, что меньше 0,5 пишется 0, то, что, скажем так, ближе к единице, пишется единица. Это информация на главной странице. Вы можете отредактировать профиль, причем редактировать его можно с двух позиций, точнее с двух, скажем так, сторон, да, то есть вы можете зайти в профиль вверху на панели, на серой здесь, где вот видите фотография, опять же фотографию сюда можно закачать, вот. Нажимаете на выпадающую панельку здесь и выбираете профиль. Либо слева в меню личного кабинета у нас есть раздел «Профиль» и «Персональные данные». То есть выбирая либо здесь слева, либо справа вверху, я нажал на раздел «Документы», в котором у нас отражена, скажем так, информация, буклеты, информация по технологии, то есть большое количество печатных материалов, которые вы можете скачать себе на компьютер, в дальнейшем с ними ознакомиться и использовать в своей работе. Это в разделе «Документы». Да, также мы переходим с вами в профиль. Любой из вас может отредактировать свой профиль настолько, насколько посчитает нужным, потому что все необходимые данные у вас, да, пока вы еще не купили никакого пакета акций, занесены, и вам дальше можно, скажем так, внести информацию о себе, вписать отчество, которое оно не было даже при регистрации указа, да, то есть, видите, обязательная информация, здесь у нас есть звездочки, те пункты, которые необходимо указать. Дальше вы можете вписать свое отчество, вы можете вписать адрес, по которому вы проживаете, паспортные данные, дату рождения, и когда вы все это внесли, необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы это сохранилось. Далее вы можете сюда вписать ссылки на аккаунты в ваших соцсетях, если у вас есть там ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter. Вы можете добавить дополнительный контакт, да, и вписать аккаунт той соцсети, в которой вы зарегистрированы. Вы можете этого не делать, то есть вас заставить никто не может. Далее здесь информация в профиле о количестве входов, в какое время вы заходили и когда, да, в свой личный кабинет. Есть информация о вашем наставнике слева, да, то есть ваш вышестоящий партнер, это тот человек, который дал вам реферальную ссылку. Здесь отражена информация, телефон, электронный адрес, скайп, если человек его указал в разделе личного кабинета в профиле. Здесь есть галочки, которые вы можете убрать, можете оставить, да, то есть смс-информирование, если вы строите партнерскую сеть, вам раз в неделю приходит смс по итогам работы за неделю, по понедельникам, и написано, сколько вы заработали, да, и информация от менеджеров, то есть если вы эту галочку оставите, то наши менеджеры отдела информационной поддержки будут вам помогать получать информацию, свежие новости, помогать разбираться с тем, что где находится в личном кабинете, в конце концов, и так далее. Далее, на что хотел бы обратить внимание. Сейчас у нас с вами вверху на серой панели, сейчас снова перейдем в главную страницу, но это не поменяется все равно, да, есть английский язык и русский язык. То есть, в принципе, нажимая на английский язык, личный кабинет, и, кстати, на страницах сайта тоже информация вам будет высвечиваться на английском языке. Как сказали специалисты нашей компании и партнеры, в конце июня месяца должно быть 8 языков, то есть еще 6 должно пополниться, да, то есть на 6 языках еще будет выложена информация. Дальше у вас есть возможность прямо с сайта позвонить в наш отдел информационной поддержки. Вот здесь как бы так маленькая надпись, она может в глаза не бросается, но она интерактивная. Если вы по ней кликните, у вас высвечивается панель, где вам нужно разрешить доступ к своему, скажем так, оборудованию, микрофону, да, там наушникам, вот. И после этого у вас будет осуществлен звонок в отдел информационной поддержки. Я сейчас не буду этого делать, отвлекать не буду наших менеджеров. А вы, неважно в какой стране вы находитесь, можете таким образом связываться с специалистами отдела информационной поддержки, вот, и задавать свои вопросы. Это очень удобно, потому что у нас многие партнеры, скажем так, не привязаны к одному месту. Сегодня они могут быть в России, завтра в Прибалтике, потом где-то в Европе и так далее. А из личного кабинета бесплатно вы можете связаться с нашими менеджерами. Это то, что касается профиля и главной страницы. Далее, у нас здесь внизу есть информация, если вы подведете мышку к значку доллара, курс сегодняшний, да, то есть 1 к 65. То есть те пакеты, которые у нас находятся в разделе «Инвестировать», то есть там прописан доллар эквивалент, там рублевая цена указана, сегодня соотношение 1 к 65. Далее у нас есть пункты «Инструменты партнера»,
Это для тех людей, которые начинают развивать активно свою партнерскую структуру. Статистика – это информация непосредственно по развитию вашего бизнеса по партнерской программе. Инвестиции. Здесь есть несколько разделов, откуда вы можете зайти и проинвестировать свои денежные средства, выбрать себе пакеты либо в рассрочку, либо единоразовый платеж. Раздел банкинга и раздел событий. Давайте вот мы начнем с раздела событий. Поездка на Кипр я, наверное, не буду сейчас уже акцентировать внимание, потому что, в принципе, акция уже закончила свое действие. Скоро, скажем так, этот пункт отсюда уйдет. Возможно, появится какой-то другой. Да? Далее, у нас есть расписание вебинаров. То есть рекомендую вам заходить периодически на эту страницу. Здесь есть информация о тех мероприятиях, которые у нас проходят каждый день. Нажимая на любом из них, у вас откроется, кто проводит, во сколько, ссылки, да, как войти. По этим ссылкам вы можете зайти на это мероприятие, можете, скажем так, зарегистрироваться, и вам придет информация о том, чтобы вы не забыли посетить мероприятие. То есть выбирайте сами, это удобно. Да, у нас есть, скажем так, страница в YouTube, где выкладываются записи каждого вебинара практически. Вот. Поэтому, если вы на что-то опоздали и увидели только, скажем так, окончание какого-то мероприятия, то вы сможете увидеть его начало, если зайдете на раздел Skyway Webinars на YouTube, и там найдете тот вебинар, которого вы не видели начало. Далее, раздел новостей, и сейчас у нас идет возмещение, скажем так, денежных средств тем людям, которые приезжали к нам на экофестиваль 23-24 апреля в Белоруссию, то есть затраты на дорогу и на проживание, компания восстанавливает на акционный счет деньгами, чтобы люди могли приобрести себе акции нашей компании. Дальше, новости. Как я говорю на наших презентациях, на наших вебинарах, раньше мы, скажем, очень радовались, когда, ну, год-полтора назад, когда у нас появлялась, например, одна новость там в месяц, в два месяца даже бывало такое. Сейчас, вы видите, 6 июня у нас 4 новости было размещено. Вот. И раздел новостей, он относится у нас к инструментам для работы по партнерской программе. Почему к инструментам? Потому что напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. Вот они. ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и Мой Мир. Если вы хотите понравившуюся вам новость разместить на страницах соцсети, в которой вы зарегистрированы, то есть вы можете отправить информацию только там, где у вас есть аккаунт, вы можете внести вот сюда в поле ваш комментарий информацию о том, что вы хотите разместить и нажать «Отправить». Данная информация будет отправлена на вашу страницу ВКонтакте, и те люди, которые являются у вас друзьями, они увидят информацию о том, что вы разместили какую-то полезную информацию. Кто-то из них может зайти и ознакомиться с ней. Важно, что к этой информации, которую вы отправляете с личного кабинета на свою страницу соцсетей, прикрепляется реферальная ссылка. То есть новости у нас в разделе личного кабинета внутри – это инструменты партнера. Далее. Раздел отдельный «Инструменты партнера». Он, по сути дела, все, что в нем находится, доступно только тем людям, которые зашли, стали клиентом, да, зарегистрировались в личном кабинете и приняли решение, скажем так, зарабатывать деньги по партнерской программе. То есть, когда человек просто зарегистрировался, набирает инструменты партнера и нажимает любую, скажем так, кнопку, вот я нажимаю план вознаграждения, например, да, у человека высвечивается баннер, что для того, чтобы данный раздел был доступен, вам необходимо заключить договор. То есть, если человек соглашается, что он готов заключить этот договор, соответственно, у него высвечивается текст договора, он с ним ознакомливается, внизу есть поле, где нужно поставить галочку, что согласен с условиями, и подписать. После этого данный раздел становится доступным. То есть, почему маркетинг-план или партнерское вознаграждение является инструментом? Здесь прописано все, да, то есть по каждой квалификации, что необходимо сделать, чтобы достичь этого уровня, чтобы получать те проценты, которые расписаны здесь на этой странице. А внизу каждой страницы этой, неважно, на какой вы остановились, есть возможность скачать описание, чтобы с ним ознакомиться, да, то есть текстовый файл, который вам даст представление о маркетинге, ну, более полное, не только схематическое. И вы можете скачать слайды презентации, которые можете в дальнейшем демонстрировать своим потенциальным партнерам, то есть если вы легко можете это делать, у вас будет этот инструмент. Далее, к инструментам у нас относятся реферальные ссылки. Вот. Реферальные ссылки у нас ведут либо на страницу регистрации, либо форму регистрации, а также у нас есть возможность скопировать ссылку в буфер, будь то ссылку на лендинг инвестора, либо на главный сайт. Это для тех людей, которые говорят, что хорошо, я бы хотел ознакомиться подробнее со страницами вашего сайта, либо со страницей
на которой выложена информация по технологии о компании, вы нажимаете просто вот на надпись «Скопировать буфер» напротив необходимой вам реферальной ссылки. Вот, если вы нажмете, например, на страницу регистрации, вот я нажал, вам высвечивается баннер, что ссылка скопирована в буфер обмен. Я сейчас не буду ее никуда вставлять, просто закрою эту надпись. Вот. Тем людям, которые информацию от вас получили и готовы регистрироваться, конечно, есть смысл копировать ссылку либо на регистрацию в личном кабинете, либо на форму регистрации, либо на страницу регистрации и отправлять либо посредством каких-либо мессенджеров типа Skype, Mail.ru агента и других, которые мы используем. Да, в соцсетях вы можете эту информацию отправлять на страницах, можете по электронной почте. Человек, прошедший по вашей реферальной ссылке, нажавший кнопку регистрации, который введет свои данные, все правильно сделает, становится вашим реферальным партнером. И еще раздел есть в инструментах партнера, который называется «Баннеры», и этот раздел в первую очередь предназначен для людей, которые, ну, скажем, как рыба в воде себя чувствуют, занимаясь интернет-бизнесом, интернет-маркетингом. Да? Как правило, те люди, у которых есть свой сайт, блог, либо сайт-одностраничник, там сайт-воронка, как по-другому его еще называют, куда можно разместить HTML-код. У нас есть более 60 баннеров разного размера, разного вида. Да? Вы можете выбрать тот, который вам наиболее подходит для вашей интернет-страницы. У этого баннера есть свой HTML-код, который вот сейчас вы видите посерединке здесь. Да? И вы можете выбрать, на что, на какой ресурс вы бы хотели, чтобы люди переходили после клика на этот баннер на вашей интернет-странице. На официальный сайт, либо лендинг партнеров. То есть немножко меняется HTML-код. Вы его потом копируете, выделяете, да, то есть все, что здесь написано. Вот. И вставляете в тот раздел, точнее в то место на вашем сайте, где вы хотите видеть изображение этого баннера. То есть баннеры у нас есть разных размеров, разного вида. Какой вас устроит, такой вы можете у себя и разместить. То есть сложностей с этим никаких нет. Вот. Баннер будет работать на вашей странице 24 часа в сутки. То есть вы спите, а человек может зайти на вашу страницу, кликнуть по этому баннеру и перейти на наш интернет-ресурс. Важно, что к баннеру точно так же прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть это раздел «Инструменты партнера». Далее, у нас есть раздел банкинга, то есть это все, что связано, скажем так, с движением денежных средств в вашем личном кабинете. Раздел инвестирования и раздел статистика. Статистика – это маркетинг-план, точнее, извиняюсь, это ваша партнерская структура. То есть, когда вы занимаетесь построением своей партнерской структуры, при входе в личный кабинет в раздел статистики, да, вот он выделен здесь диаграммой, первое, что необходимо сделать, это актуализировать вашу структуру на момент входа. То есть у нас сегодня с вами 8 число, у меня здесь написано 6, поэтому нажимаем на вот этот крутящийся, скажем так, две стрелочки. И после этого будет отражена актуальная информация по количеству партнеров, денежных операций, которые были проведены в вашей партнерской структуре. Вот. То количество уровней, которое будет в вашей партнерской структуре, слева вот информация, видите, небольшая табличка, здесь будет прописано. То есть сколько всего, скажем так, людей в вашей структуре по уровням. Видите, первый 23, второй 71, третий 21. И количество инвестиций с каждого уровня, которое было привлечено в наш проект. Дальше, круговые диаграммы. В каких квалификациях у вас находятся партнеры в первом поколении? Видите? То есть клиентов 13, один консультант, 9 партнеров. Здесь сумма инвестиций, да, которые сделали люди в разных квалификациях. Сколько проинвестировали клиенты, сколько консультанты, сколько партнеры. Кстати, клиенты тоже могут быть людьми, которые сделали инвестиции. Это просто люди, которые вложили свои денежные средства и ждут, скажем так, выхода группы компании Skyway на мировые рынки транспорта и инвестиций, чтобы потом получать свои положенные дивиденды. Да? Вот. Они могут не заключать никакого партнерского соглашения, им реферальные ссылки будут недоступны, они просто-напросто владельцы пакетов акций. Причем этот пакет может быть $15, а может быть $150 000, неважно. Итак, далее, вы спускаетесь вниз, у вас есть информация по каждому человеку, который зарегистрирован по вашей реферальной ссылке. То есть, что вы здесь можете видеть? Фамилия, имя, товарооборот, который человек сделал, и нажав на кнопочку вот справа зеленую «Информация», у вас высвечивается его электронный адрес, телефон и Skype, если человек указал эти данные в своем личном кабинете. То есть как бы электронный адрес и телефон будут обязательно, вот, а Skype не факт. Для чего это сделано? Потому что у нас часто люди регистрируются по чьей-либо реферальной ссылке из интернета. Есть люди, активно развивающие интернет-бизнес, либо вот так же они могли перейти через баннеры. Да? Вот. Вы можете зайти и увидеть, что у вас появились люди,
Есть их координаты, вы можете на них выйти и сказать, что я вот являюсь вашим вышестоящим партнером и готов вам помогать развивать бизнес. То есть предложить им свои услуги. Что еще можно сделать и увидеть в разделе, скажем так, информации вашей партнерской структуры? Вы нажимаете, видите, что у человека есть какое-то количество людей, зарегистрировано за ним, нажимаете на фамилию, имя этого человека, да, прогружается страничка и высвечиваются те партнеры, которые зарегистрировались по его реферальной ссылке, то, соответственно, партнеры вашего второго уровня. Видите, у нас сегодня все-таки проплаты идут, да, активно все равно работают наши партнеры, и сайт прогружается не совсем быстро, как хотелось бы. Вот. Соответственно, эти люди, когда вы нажмете на фамилию, имя вашего партнера, загрузятся на втором уровне глубины от вас, у них точно так же будет буковка И зеленого цвета, нажимая на которую, вы сможете посмотреть информацию по каждому партнеру. И так вплоть до последней глубины уровня вашей партнерской структуры, то есть все, вы это можете посмотреть. То есть это очень удобно. Вот. Я вам показывал в профиле, что есть информация о вашем вышестоящем партнере. То есть вы можете обратиться к нему, кстати, да, сказать, что вот так-то и так-то, я вот зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, хотел бы понять, что это такое, с чем это едят, да, поэтому расскажите мне об этом проекте. Вот. Ну, в принципе, это было бы и правильно, потому что люди, которые строят партнерскую структуру, по идее, у них есть обязательство перед теми, кого они привлекают, помочь им разобраться во всех вопросах, стать инвесторами, если это люди захотят, да, ну и помочь развиваться дальше по партнерской программе, если вы сами ее активно строите, вот. То есть помочь зарабатывать деньги. Это раздел «Статистика». Далее у нас остались нерассмотренными два раздела, это «Банкинг» и «Инвестиции». Давайте начнем с банкинга. То есть раздел «Транзакции». Когда человек зарегистрировался, в этом разделе нет ничего, да, то есть счета у него пустые. Вот. И когда мы нажимаем на раздел «Транзакции», у нас высвечивается та информация, которая соответствует, скажем так, всему движению денежных средств в вашем личном кабинете. То есть это и пополнение основного счета, если вы это делали, да, и приобретение пакетов акций, и вывод денежных средств, и, скажем так, каждое начисление вам бонусных средств как на акционный, так и на бонусный счет, это то же самое, тоже вся информация в разделе «Транзакции», она высвечивается. Да? Сайт у нас сегодня вот буквально последние 15 минут работает под нагрузкой, да, судя по всему. Итак, еще раз нажимаем «Транзакции». И давайте попробуем перезагрузиться. Перезагружу страничку. Скажите, коллеги, то, что я вот делал, говорил до момента, вот, который сейчас, видно, слышно было? Смотрите, вот я вижу вопрос, да, что вы не разобрались с партнерской программой, пригласили человека, но партнерский договор не заключили. Вот тут вопрос, он зарегистрировался за вами каким образом? Светлана, по электронной почте? Потому что, по сути дела, реферальная ссылка является... Так смотрите, если у вас была партнерская ссылка, откуда вы ее взяли? У нас невозможно получить реферальную ссылку, да, партнерскую, если вы не заключили договор. Если вы взяли его в личном кабинете, соответственно, договор у вас был заключен. Вот. Ну, в принципе, сейчас такого, как я могу вот нагло заявить, невозможно. Если вы не подписали агентский договор, да, о взаимодействии, о сотрудничестве, то реферальные ссылки вам доступны не будут. Как давно вы регистрировались? Знаете, а сайт у меня вот крутится и крутится, то есть не загружается. Год назад. Понятно. А партнера когда зарегистрировали? Тогда же. Ну, дело в том, что если вы регистрировались год назад и партнер зарегистрировался тогда же, тогда, скажем так, деньги мимо вас пройти не могли. Если он попал в вашу структуру, вот,
Или у вас ситуация такая, что человек, регистрируясь под вами, не попал к вам? Не попал. Ну, это вот сбои у нас могли быть год назад. Об этом надо было сразу нас информировать на тот момент, да, чтобы могли это исправить. Сейчас я знаю, реферальная программа работает, ну, вменяемым образом. Так, у меня до сих пор страница почему-то грузится. Так. Не впускает меня обратно. Не попал. Скажите, вот опять же, я задал вопрос, пока грузится сайт, все ли было понятно до момента, ну, того, как сайт стал зависать. Вы тут что-то писали? Ага, я вижу, что кто-то написал, что не знает, как проплачивать, да? Вы купили за 30 долларов, они почему-то у вас в личном кабинете не видны. А деньги списались у вас с акционного счета? Это я сырью спрашиваю. Подождите, вы сказали, что с акционного счета. Карточка тут как, каким боком? Потому что акционный счет – это акционный счет. Оплата с карточки – это карточка. Вот. Видите, до банкинга мы с вами не добрались, но сейчас посмотрим. Вроде бы загрузился сайт. Ага, вот. Сейчас я снова поделюсь экраном. Итак, друзья, снова экран. Я включил, видно? Видно, да? Итак, мы с вами в разделе банкинга, раздел транзакции. То есть все, что происходит на вашем денежном счете. Кстати, вот если вы сейчас сказали, что вы купили там что-то, перевели денежные средства, зайдите, пожалуйста, вот в раздел банкинга, в раздел транзакции. И в этой таблице должно отражаться все, что происходит в вашем личном кабинете. Если вы купили пакет акций, здесь должно это отражаться. Если, скажем так, вы завели деньги на основной счет, с него делали проплату. Если с акционного счета что-то тратили, то здесь, тем более вы искали про акционный счет, здесь информация должна отражаться. Начисление вам денежных средств по партнерской структуре, заведение денежных средств в личный кабинет, использование денежных средств, находящихся на основном, бонусном и на акционном счете. То есть эта информация отражается здесь. Сюда может не попасть информация, если вы просто покупаете какой-либо из пакетов акций напрямую, скажем так, если эти деньги, не попадая в кабинет, сразу же пошли на приобретение пакетов акций. И то под вопросом. Просто я так сам не делал и рекомендую всем делать следующее. То есть пополнить счет. Видите, у нас есть такая кнопочка. Ну, для того, чтобы быть спокойным, чтобы, скажем так, на 100% информация в разделе транзакции была достоверной, то вы можете сначала ввести сюда ту сумму. Вот видите, пополнить счет я нажал, да, и вам необходимо там ввести 100 долларов, например, да, и нажать кнопку «Пополнить». Если вы это делаете, вам сразу же система выставляет счет, вот есть номер счета, сумма, и вам необходимо выбрать ту платежную систему, благодаря которой вы хотите денежные средства завести на основной счет в личный кабинет. Вот. Я сейчас этого делать не буду, просто какую бы вы систему ни выбрали, дальше будет краткая инструкция, какие шаги вам нужно проделать, чтобы эти деньги сюда попали. Я сейчас нажимаю на крестик. Вот. Но ситуация интересна тем, что счет-то мне уже выставлен, да? Соответственно, если я здесь нажал «Пополнить счет», выбрал платежную систему и прошел по тем шагам, которые там прописаны, деньги мне будут начислены вот сюда, на основной счет, на котором у меня сейчас здесь нули, вы видите, да? Они упадут сюда. И потом, если вы будете приобретать пакет акций, мы сейчас с вами посмотрим, как это сделать. Вы просто сумму с основного счета вписываете в поле, которое необходимо для того, чтобы эти акции купить, вот, и в разделе транзакции все это будет отражено, что с основного счета вы приобрели такой-то пакет акций. Возвращаюсь в банкинг, и теперь в раздел «Выставленные счета». Вы видели, да, то, что счет мне был выставлен. Нажимаю на «Выставленные счета».
Дай бог, сейчас быстро все прогрузится. Вот, уже загрузилась страничка. Смотрите, то есть у человека, который ничего еще не покупал, ничего не нажимал, здесь пусто. А вот сейчас появился номер счета, да, и сумма $100. То есть иногда люди таким образом могут забронировать, например, какой-либо из пакетов, там, точнее, вот, то, что они будут пополнять счет, да, либо приобретение пакета. Потом, заходя в этот раздел «Неоплаченные счета», нажимают кнопку «Оплатить» и теми же шагами, которые я говорил, выбирают платежную систему и таки доделывают эту операцию до конца, то есть пополняют основной счет. Я же сейчас нажму «Отменить». Меня спросит система: вы действительно хотите отменить? Да, я отменяю, потому что это было, скажем так, тестовое нажатие. После этого сайт прогружается, и этот счет сейчас исчезнет из личного кабинета. А вот те счета, которые вы оплачивали, да, ранее, там, покупали себе сертификаты, любые, какой бы вы пакет ни купили, вот у нас здесь есть подтвержденные, видите, если мы нажмем на подтвержденные, у нас как раз таки показана дата, время, когда вы приобретали какой-либо из пакетов акций. Вот эта информация в разделе «Выставленные счета», вы можете ее посмотреть. Далее, у нас есть перевод денежных средств, запрос на вывод и настройки. То есть перевод денежных средств, он работает для чего? Да, часто бывают ситуации, что люди, приходящие следом за вами, либо за вашими партнерами, ну, скажем так, совсем не дружат с компьютером, у них нет, возможно, даже его дома, там, неважно, какого-либо устройства, позволяющего выйти в интернет, но у них есть деньги и желание стать инвестором. А у вас на бонусном и на основном счете могут быть деньги, да, в том необходимом объеме, в котором человек готов проинвестировать в нашу компанию. Соответственно, вы, предварительно его зарегистрировав, да, вводите сюда сумму денежных средств. Там, если у вас хватает денег, например, на основном счете, они у вас есть, да, вы просто пишете то, что с основного счета. Если у вас только на бонусном и та часть, которая необходима, вы сюда вписываете именно ту сумму, которую необходимо человеку перевести. Он вам деньги отдает, вы ему переводите в личный кабинет. Каким образом? Вот сюда вводите электронный адрес, нажимаете «Найти получателя», система смотрит, зарегистрирован ли человек. Если он зарегистрирован, вместо фразы «получатель не найден» пишется фамилия, имя, отчество, фамилия, имя человека. Вы нажимаете «Продолжить», дожидаетесь кода, который вам приходит по электронной почте, либо по смс-ке, да, на телефон. Вводите его, и деньги переводятся на счет этого человека, которому вы переводите. А на вашем счете, соответственно, на количество переведенных денег уменьшается сумма либо на основном, либо на бонусном, либо на том и на другом. Вот. Далее, в разделе «Банкинг» есть запрос на вывод, и вывести вы деньги можете только тогда, когда на счете у вас накопилось $30 США, вот, не меньше. И «Настройки». Вот прежде чем вывести деньги, необходимо в разделе «Настройки» ввести те платежные системы, те кошельки, да, на которые компания может выводить денежные средства, заработанные вами по партнерской программе, вот, и, возможно, те кошельки, в которых у вас есть аккаунт. Сегодня возможность вывода денежных средств у нас есть по системе Visa MasterCard, и вам необходимо указать номер карты, фамилию, имя владельца карты, срок действия, и выбрать, долларовая она либо рублевая, да, и нажать «ОК». Соответственно, если вы это все проделаете, карта появится здесь в платежных реквизитах. У нас есть возможность ввести кошелек Яндекс.Денег, Kiwi кошелек, WebMoney, OkPay и Advanced Cash долларовый, Advanced Cash рублевый. То есть на эти платежные системы у нас сегодня осуществляется вывод денежных средств. И далее, когда вы в настройках ввели один, либо все 5 кошельков, возможно, у вас есть, да, и вам в дальнейшем вы можете выводить деньги туда, куда вам удобно их выводить, вот, вы заходите на страницу запроса на вывод. И на этой странице, в поле, где нужно указать сумму, и кошелек, да, выбрать, на какой кошелек вам нужно вывести денежные средства. Вы вписываете необходимую сумму. $30, значит 30, 3000, значит 3000, да, и нажимаете кнопку «Вывести». После этого денежные средства выводятся на вашу электронную платежную систему. Это раздел банкинга. Теперь раздел инвестиций. То есть первый раздел – это мои сертификаты. У тех людей, которые еще ничего не покупали, этот раздел пустой, да. У тех, кто уже что-либо купил, здесь идет информация о номере сертификата компании Skyway Capital, дата его оформления, количество акций, которые вы приобрели. Да? Вот. Дальше статус сертификата, потому что поначалу, когда вы покупаете, будет написано, что сертификат на проверке, потом оформляется, потом оформлен. Да?
Вот. Дальше вы можете посмотреть, после того, как он оформил внешний вид этого сертификата, скачать себе на компьютер. Но что важно, в конце каждого месяца, да, компания Skyway Capital передает реестр своих акционеров в реестр основного реестра держателя. Вот. Когда вы оформите сертификат, вам необходимо будет подписать договор. Здесь он будет высвечен красным цветом. То есть вы нажимаете на кнопку, которая будет красная, ознакомливаетесь с договором, который здесь есть, да, по каждому приобретенному пакету акций свой договор. После этого вы подгружаете необходимые документы. Для подписания этого договора достаточно загрузить первую страницу вашего паспорта и загрузить либо страницу с пропиской или регистрацией, если вы живете в тех странах, где этот институт существует, да, либо загрузить страницу с информацией об оплате каких-либо платежей по тому адресу, который вы указали, да, вот при оформлении сертификата. То есть этого будет достаточно для того, чтобы подписать договор. После того, как вы это сделаете, договор будет принят, вы точно так же его можете скачать, да, то есть вы увидите, что это за договор. Мало того, когда информация о вас, как о акционере компании Skyway Capital, о том, что вы приобрели сертификат, будет передана в реестр основного реестра держателя, у вас появится вот такая кнопка, видите вверху, выписка из реестра. И у вас появится информация о том, что вы можете заказать себе бумажный сертификат, но уже непосредственно компании ERSS Holding, да, то есть нашей основной корневой компании. Вот таким вот образом. А сертификат, который был вам ранее оформлен компанией Skyway Capital, он аннулируется. То есть он у вас остается, но вот написано, что он аннулирован. Да? Теперь обязательство перед вами просто несет группа компаний Skyway, наша корневая компания. Это что касается раздела «Мои сертификаты». Далее у нас есть раздел «Инвестировать» и раздел «Рассрочек». Да? Итак, давайте зайдем в раздел «Инвестировать», в котором у нас прописаны все пакеты, которые вы можете приобрести на данный момент. Вот. У нас сегодня еще, вы видите, осталось 6 часов действия старого дисконта. Ну, старого это значит какого, который действовал на 6-м этапе. И прописаны все те пакеты, которые сегодня еще можно приобрести. Поначалу идут пакеты в рассрочку, да, то есть это просто баннеры, нажимая на которых, вы попадаете на страницу рассрочки. Потому что если вы уже знаете, что вы хотите купить пакеты в рассрочку, вы можете заходить не в раздел «Инвестировать», а непосредственно в раздел «Рассрочки». И тут уже дается информация по каждому пакету в рассрочку, который вы могли бы приобрести. Да? То есть здесь есть напротив каждого пакета слово «Подробности», вот, нажимая на которые, вы ознакомливаетесь с информацией, что вы приобретаете, какие обязательства на себя берете, какие обязательства берет на себя компания. У нас есть еще действующая акция, то есть если вы сделаете двойной платеж в течение 24 часов, соответственно, по каждому пакету из линейки «Старт», «Сеньор», «Стабильный» и «Бизнес» вам еще в подарок будет доначислено определенное количество акций. От 11 500 на пакете «Старт», если вы выбираете на 9 месяцев рассрочку, которую оплачивают по $200 ежемесячно, да, либо вы делаете двойной платеж, то есть $400 в течение одних суток, либо вы приглашаете трех новых инвесторов, которые купят не менее, точнее, купят пакет на сумму не менее $25 США, вам еще дополнительно начисляется 189 тысяч акций к тем 540 тысячам, которые, скажем так, вы получите просто, если будете выплачивать эту рассрочку. То есть читайте внимательно информацию по каждому пакету, что вы приобретаете. Далее идут четыре крупных пакета, которые, скажем так, введены у нас для приобретения в рассрочку. В первую очередь это требования, точнее просьбы наших партнеров европейских, да, где люди готовы выплачивать по $500 ежемесячно, и по 1000, и по 5, и по 10. Вот. И у нас есть три пакета, которые действуют последние 6 часов, да, которые позволяют вам приобрести пакеты акций в рассрочку на 6, на 4, либо на 2 месяца, вот, стоимостью $80 ежемесячно, $150 и 500. У вас еще остается возможность принять участие в высадке деревьев на территории экотехнопарка, именное дерево, фруктовое, да, по данным пакетам. Чтобы приобрести эти пакеты, вам необходимо выбрать, какой из них вы хотите. Вот если я сейчас нажму «Выбрать», да, будет написано, что вы выбрали для покупки пакет акций в количестве 120 тысяч штук, общей стоимостью такой-то. То есть если вы сегодня делаете первый платеж, то в оставшиеся 5 месяцев вам нужно будет оплатить рассрочку, и вы получите эти 120 тысяч акций. Далее, если вы выбрали этот пакет, вам нужно указать, благодаря какой платежной системе или с какого счета вы будете его оплачивать. Если у вас денег хватает на основном счете, эти $80, вы сюда пишете $80,
После того, как вы здесь $80 пишете, у вас внизу появится кнопка «Оформить». Нажимая кнопку «Оформить», происходит прогрузка сайта, и эти акции оформляются на вас. А с основного счета они уходят. То же самое, если деньги есть на бонусном счете, вы можете бонусный счет указать. Пакеты, приобретаемые в рассрочку, могут быть оплачены только с основного либо бонусного счета, либо с платежной системы, с одной из вот этих 9, которые вы видите сейчас на экране. То есть, если у вас не вписано никакое количество денежных средств с основного бонусного счета, вы выбираете ту платежную систему, с которой хотите оплатить этот пакет, поставили точку, да, напротив данного пакета, напротив данной платежной системы, опускаетесь вниз. Вот у вас появилась кнопка «Оформить». Если мы нажмем сейчас эту кнопку «Оформить», то у нас пойдет далее инструкция, что нам необходимо сделать, да, для того, чтобы этот пакет оплатить. То есть, в принципе, все достаточно просто. Я сейчас этого делать не буду, вернусь в раздел «Инвестиции». Возвращаюсь в раздел «Инвестировать» личного кабинета. Сейчас сайт прогрузится. То есть, как я вам сказал, первые три баннера, которые вы видите на этой странице, они переводят вас в раздел «Рассрочек». Далее. У нас до сих пор еще есть возможность приобрести, даже за сегодняшний день, три раза потратив по $1000, пакет юбилейный, да, на котором дается один раз монета с изображением нулевого километра юбилейная. И вы можете таким образом приобрести 1 350 000 акций, если, скажем так, в течение оставшихся часов приобретете трижды пакеты по $1000, и вам будет начислено 1 350 000. Вот. Если вы сегодня купите пакет за $1000, вам будет начислено 300 000 акций. Если вы сделаете это завтра еще раз, да, пройдет время какое-то, казалось бы, месяц, да, то есть раньше условия были какие? В течение следующего месяца, если вы покупаете еще на $1000, второе начисление уже идет 480 000 акций. Сейчас это все будет меняться, потому что с завтрашнего дня у нас будут новые пакеты. Вот. Есть пакеты, которые, скажем так, номиналом в 5, в 10 и в $50 000, тоже с возможностью высадки дерева на территории экотехнопарка, юбилейные монеты на пакете $10 000 и $50 000. Вот. Эти пакеты, которые у нас входят в акционы, выделены желтым цветом и синим, да, в разделе «Инвестировать». Далее у нас есть стандартные пакеты. И вот с завтрашнего дня пакет стоимостью $15 пропадет, его не будет. Минимальная инвестиция с завтрашнего дня будет $30 США, и уровень доходности по этой инвестиции будет 40, а не 61. Вот. Я говорил в начале нашего вебинара, что сегодня, в принципе, продемонстрирую, да, вариант приобретения пакетов акций. Вот я сейчас покажу, как с акционного счета оформить пакеты акций компании Skyway Capital. И я говорил на нескольких последних вебинарах по личному кабинету, да, то есть что у нас где находится. Если мы покупаем два пакета, один из них, скажем так, большим номиналом, а второй меньшим номиналом, то вот на пакете с меньшим номиналом акции считаются по дисконту пакета большего номинала. Вот сейчас я это вам покажу. Смотрите, у нас есть пакет стоимостью $130, да? Я напротив него ставлю единичку. Уровень доходности на этом пакете 1 к 100. У нас есть пакет стоимостью $60, то есть, по идее, если просто покупать его в отдельности, то дисконт 79, на выходе будет 4740 штук, да? 13,4740, у нас получится 17 740 акций. Вот. Я сейчас здесь тоже ставлю единичку напротив пакета 60. У нас получилось, что я выбрал два пакета. Один из них номиналом 130, второй 60. Вот. И что будет происходить далее? Я опускаюсь вниз. У меня здесь написана информация, что дисконт по выбранным мной пакетам 100. Соответственно, будет не 17 740, а 19 тысяч. И у меня есть деньги на акционном счете. Я сейчас беру и вписываю 190. Спускаюсь ниже, нажимаю на кнопку «Оформить», мне пишет, что я получаю 19 000 акций стоимостью $190. Я нажимаю «Подтверждаю». Сайт грузится. После прогрузки сайта эти акции будут оформлены на меня, да, и на моем акционном счете останется там доллар с небольшим. Так. Ну, как я говорил, нагрузка на сайт возросла. Соответственно, если вы покупаете, скажем так, пакет акций с основного счета, например, да, и выбрали тот же пакет
который, например, номиналом вот, единоразовый платеж за 5000 долларов. Вы ставите здесь плюсик, опускаетесь вниз. Если у вас 5000 долларов есть на основном счете, например, да, вы сюда вписываете 5000 долларов и также нажимаете, как я оформить. Если у вас какое-то количество денег есть на бонусном счете на основном, соответственно, вы вписываете это количество денег, чтобы суммарно было 5000, нажимаете кнопку «Оформить». Если у вас нет денег ни на бонусном, ни на основном, ни на каком счете, кроме премиального, вы только зарегистрировали, да, вы можете оплатить пакет и напрямую. То есть, выбрав одну из платежных систем, так, что-то у меня, вот, мне написано, вы успешно приобрели пакет акций, перейти к оформлению сертификата. То есть, нажимая на «Перейти к оформлению сертификата», необходимо будет внести информацию. Если вы первый раз приобретаете пакет акций, то нужно будет пройти по всему вот этому пути. Так, дата рождения выбрать, выбираем. Далее необходимо здесь писать место рождения. Для тех людей, которые рождены у нас до 91 года, да, я рекомендую, если вы на территории СССР проживали, выбрать СССР. Вот. Сюда необходимо вписать латинскими буквами фамилия, имя, то есть пройти процедуру оформления сертификата. Далее нужно ввести информацию, так, поля отмечены звездочкой, обязательно для заполнения. Ну, теперь мы нажимаем вперед. Выберите тип лица, владеющего акцией. Да, вот я забыл поставить. Видите, здесь мужской. Опять женский. Не годится. Вот. То есть, в принципе, я сейчас показал, как оформляется сертификат. Далее вот этим я сейчас не буду заниматься в прямом эфире, чтобы здесь подробно прописывать все. Вот. Оставлю эту информацию, сделаю потом. Когда я это все оформлю, да, у меня будет доступна информация в разделе «Мои сертификаты», я смогу туда зайти и увидеть то, что я приобрел сертификат на 19 тысяч акций. Так, я пока отключу трансляцию. Ну, сложно ли было то, что я сейчас показывал и рассказывал? Да, все правильно. Лариса написала, через какое-то время после подписания появляется выписка из реестра. Смотрите, что произойдет потом. Вот, когда вот я введу все оставшиеся данные, вот, да, у меня этот раздел, этот мой сертификат с номером, который был указан, появится в личном кабинете в разделе «Мои сертификаты». И напротив справа будет написано, что сертификат на проверке. Служба реестра проверит данные сертификата, да, и потом появится, когда они примут его в работу информацию, там будет написано «На оформлении». После этого, когда сертификат будет оформлен, будет написано «Оформлен». А там, где договор, будет красным цветом, скажем так, ярко даваться информация о том, что нужно подписать договор по этому сертификату. Подписывается договор, да, и по окончанию месяца июнь информация обо мне, как об инвесторе, будет передана в реестр основного реестра держателя. И вместо трех сертификатов, которые я вам показывал, появится четвертый, будет четыре. Я потом смогу, нажав на кнопку «Выписка», получить выписку по всем четырем сертификатам, приобретенным в компании Skyway Capital. Вот, в принципе, такая процедура. То есть, в конце месяца информация передается, и какое-то количество дней, там, может быть, 7-10, в следующем месяце, обрабатываются данные, вносятся в реестр основного реестра держателей, потом у вас появляется кнопка «Выписка» и возможность синего цвета, да, заказать бумажный сертификат. Вот. Какие еще вопросы есть, коллеги? Вы можете покупать любые пакеты акций. Пакеты в рассрочку, они, как правило, выгоднее в чем? Там, скажем так, дисконт выгоднее, чем в обычном стандартном
прайс-листе, да, и вы можете, скажем так, затрачивая небольшое количество денег ежемесячно, вот, приобрести довольно приличные пакеты акций. Да, вы можете заказывать из стандартного списка пакетов, но там дисконт будет поменьше. Вот если $1000 я вам показывал пакет, если вы сегодня купите юбилейный, то будет начислено 300 тысяч акций. Если вы купите просто из стандартного раздела за те же $1000, у вас будет 200 тысяч акций. Вот таким вот образом. А если вы успеете купить и дважды оплатить рассрочку по $500, да, на пакете с деревом, там рассрочка у нас есть 2 по 500, то вы получите 400 тысяч акций. А денег затратите одинаково. Поэтому периодически смотрите, если приобретаете пакеты акций, своим партнерам рекомендуйте, да, чтобы они посмотрели, где инвестиция выгоднее. Вот. А купить вы можете любой пакет. Ну, я думаю, все из вас понимают, да, чем больше у вас пакет, скажем так, количество акций, которые в нем находятся, соответственно, тем больше у вас долей компании. Вот, например, если вы купили там 300 тысяч акций, да, соответственно, когда прибыль будет в дальнейшем в виде дивидендов распределяться между теми людьми, кто стал совладельцами технологии, вы понимаете, если у вас пакет купленный всего на $15, там 795 акций. И вот на них вы и получите, да, те дивиденды, которые будут распределяться. То есть дивиденд будет считаться на каждую там одну отдельно взятую акцию. Там 0,0 там, и сколько-то там нулей. Вот. Соответственно, если у вас там миллион акций, то дивиденды у вас будут одни. Если у вас 1000 акций, соответственно, сумма в 100 раз меньше. Вот. Почему мы людям рекомендуем, если даже вы покупаете небольшие пакеты, периодически докупайте себе по мере вашей возможности, да? Вот. Либо накопите, например, в течение месяца сумму там большую и купите большего размера пакет акций. Стройте партнерскую структуру, вам деньги будут начисляться на бонусный, на акционный счет. С завтрашнего дня на акционный счет будет начисляться денег в два раза меньше, чем на бонусный. Но они еще будут начисляться. Соответственно, вы можете таким образом с того же даже акционного счета приобретать все пакеты акций и увеличивать количество этих акций в своем портфеле инвестиций. И на каждую отдельно взятую акцию, неважно с какого она, кстати, счета куплена, с бонусного либо с акционного, это та же полноценная акция. Вот таким вот образом. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Нас сегодня совсем немного. Вот. В принципе, у нас большое количество инвесторов, 64 страны. Там уже за 100 тысяч зашкаливает. Вот. Ну, наверное, все-таки 99990 с чем-то там, 980 человек знают, как и что, где находится в личном кабинете. Ну, наверное, этому следует только порадоваться. Знаете, акции у нас периодически случаются. Вот те пакеты в рассрочку, да, их можно назвать акционными. Вот пакет «Сеньор», «Старт стабильный» и «Бизнес», они будут действовать и на седьмом этапе, только там уровень доходности будет заметно ниже. То есть на пакете, где вы будете инвестировать $25 ежемесячно на 10 месяцев, на выходе будет не 32 500, да, а 26 250. То есть на 5 с лишним тысяч меньше. То есть там где-то дисконт процентов на 25 снизится. Вот. Пакеты большие, которые приобретаются у нас $500 ежемесячно, люди готовы платить 1000, там 5 тысяч, 10 тысяч, там и по 30, и по 40% дисконт снижается на них. Просто если у вас на премиальном счете есть $100, вы можете зайти, точнее 100 премиальных штук, нажать «Оформить», и у вас будет оформлен сертификат на 100 премиальных акций. И все. Либо если вы будете покупать какой-либо из пакетов, да, и у вас есть деньги на премиальном счете, они спишутся и добавятся к тому пакету, который вы купите. Друзья, повторяю еще раз, акционный счет не участвует в оплате пакетов акций в рассрочку. В рассрочку вы можете оплачивать только с бонусного и с основного счета. С акционного вы в рассрочку ничего не можете платить. Если вы будете выбирать пакет приобретения в рассрочку, вы там увидите, что там только основной счет и бонусный счет, акционного там нет. Поэтому с акционного лучше, если у вас там есть средства, и их достаточно для того, чтобы купить любой из пакетов, лучше купить этот пакет сегодня. Потому что если у вас там будет $16, например, а завтра вы захотите что-то купить, завтра минимальный пакет будет 30. Но, возможно, вы по партнерской программе приложите усилия, да, и купите пакет за $30.
Вот. Но там будет 1200 акций. А если у вас есть там, например, $27 на опционном счете, да, то вам лучше 3 добавить и хотя бы купить за $30 сегодня, потому что на выходе будет 1800 с чем-то, а с 9 числа будет 1200. Вот таким вот образом. Смотрите, что выгодно вам. Да? Разница вроде несущественная, но это треть от наполнения пакетов, пакета акциями. Да? 1800 и 1200. Вот такие дела. Если больше вопросов нет, я смотрю, люди стали выходить из комнаты, то давайте, наверное, попрощаемся сегодня. Осталось 5 с небольшим часов до окончания действия дисконта 6-го этапа. Вот, желаю кому-то успеть, да, вам, если есть ваши партнеры, готовы оплатить. Ну и до новых встреч. Завтра у нас 18 презентация нашей компании. Уже, надеюсь, с новыми пакетами. Завтра мы о них поговорим, что у нас изменилось и так далее.